Быть или не быть Ивановскому планетарию? Ответа на этот вопрос пока нет. Летом о создании в областном центре площадки для изучения астрономии активно говорили чиновники городской мэрии и депутаты. Планетарий предполагалось создать вот в этой небольшой пристройке к музею камня. Самый больной вопрос – где взять деньги на оборудование современного планетария? Идея выиграть грант в прошлом году не увенчалась успехом. Конкуренты были достаточно сильные, и мы не смогли получить этот грант. Мы надеемся все-таки, что хотя бы в следующем году, к 80-летию со дня рождения Гагарина, вот мы дождемся, когда у нас появится в городе Иванове, пусть небольшой, маленький, но планетарий. Ивановцы снова будут пытать счастье и в очередной раз подадут заявку в надежде выиграть грант. Помогать сотрудникам музея камня будет региональное отделение Русского географического общества. Мы будем подавать грантовые заявки не только в государственные фонды, но и в частные фонды, которые в этом году начали активно работать. Наверное, самое главное, что мы намереваемся сделать, это в ближайшее время на конференции Русского географического общества сделать первый взнос, взнос на накопительный взнос, на то, чтобы потом в дальнейшем дособрать средства и приобрести вот это оборудование. Чтобы шансов на получение гранта было больше, сотрудники музея камня пересмотрели смету и решили заказать более дешевую проекционную технику. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.